привет! Полина, Алина, Владик, Олег, Кирилл и Алина, Яна, Мария, Рубин, Никита. Вот это вся команда моя. Сцена, 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 КВН, руля. Ряженая сити, тра-ля-ля, тополя. Мы шутим и поем, грустим и не даем. Мы снова заявляем о себе. Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует команда «Ряженая сити». Практически герои нашего времени. Карантинное поколение. Что вы тут делаете? А? А мы начинаем. Случай в медицинском кабинете. Ой, Елена Николаевна, у меня так голова болит. Вот сидра тебе часы. Зачем? Время лечит. Однажды, перебирая одежду в шкафу, ты найдешь в кармане пуховика старую одноразовую маску и ностальгически улыбнешься, поправляя скафандр. А у нас случай в криминальном районе. Слышь, пацанчик, пендель не хочешь? На! Ой, стой. Вот, держите. Ты что, дурной, что ли? Ну как, мне папа говорил, что я должен сдавать сдачи. Умный, но очень любопытный мальчик знал, что нельзя смотреть на сварку, поэтому он ее лизнул. А у нас миниатюра послушный мальчик. Алло, мам, ну это все, кота я похоронил. Лена бесплатно увеличила губы, просто матерясь при родителях. Что это вы тут делаете, а? Иди отсюда, не мешай. А у нас встреча одноклассников. Яна, как дела? Все шьете маски? Какие маски? Это не модно. Вакцину варим. Поколение, которое ржало, что родители стирают целлофановые пакеты, теперь стирают одноразовые маски. А у нас миниатюра «Умницы и умники». Дети, победившие в игре «Умницы и умники», без экзаменов проходят престижные вузы. А так как конкурс на Белокурганском районе совпал с сильными морозами, то пришли только самые отмороженные. Здрасте. Здрасте, здрасте. Вот мы с сыном победили. Очень приятно. Хотите к нам в институт? Да, очень хотим. Вот бумага, направление. Интересно. Садись, сынок, садись. Давайте посмотрим. Значит так. Вы, мама, в сторонке постойте, а мы тестирование начнем. Итак, первый вопрос. Сколько глаз было у Кутузова? Два. Так, а когда он один потерял? Один. Итого у Кутузова было? Три глаза. Класса, пацан, ты какой у меня умный. Скажите, а в какой области он у вас особо одаренный? В ростовской. Знаете, при всей моей предрасположенности подобная аутичность. А что это с ним? А это у него защитная реакция такая. Он, когда больше двух незнакомых слов слышит, сразу засыпает. Разберите его и идите отсюда. Сынок, кушать. Вот и закончилось наше выступление. Но, кажется, кого-то не хватает. Иди сюда. А вы не задумывались, почему все так любят КВН? Да потому что... КВН — это шутки, КВН — это песни. КВН — это хорошее настроение. КВН — это дружба. КВН — это навсегда. Команда «Ряженая сити» — очень тонкий юмор. А мы надеемся, что своим выступлением... Разрешили мы вас, КВН — просто класс. Шутки, юмор у нас. Зацепили мы вас, зацепили. А что это вы тут делаете, а? Все.